круто, супер круто. Эмоции, буря. Экватор. Катаюсь в удовольствие. Это совсем не то, что там на прямых колесах ехать. Да, это экватор чемпионата. Все три этапа, которые у вас уже прошли, они абсолютно разные, они непредсказуемые. Борьба накаляется, потому что позиции постоянно меняются, все больше пилотов набирают очки. Сегодня у нас так прям снежно. Это довольно-таки интересно. На этом этапе трасса стала еще чуть-чуть шире. И сегодня так вообще идеально. Метет снег. Снег дает дополнительный зацеп. Скорость вырастает в повороте. Повернула. Я и так аккуратненько, внутри. Бум! Ладно, поехали. Раньше повернул, раньше открыл газ, она по инерции заскользила, поехали. И все получится, 4 круга его замкнешь, только 3 пока. Каждый пилот, который принимает участие в зимнем картинге, он все больше и больше приобретает опыт. Каждый заезд отборочный становится все больше интересным, потому что машины все плотнее и плотнее находятся между собой, поэтому и постоянно навязывается борьба. Победа, только победа. Будем бороться до последнего. Надо побеждать, не просто так же катание. Огонь за лидерство? Да! В чемпионате? Да! Ты как? Красавчик! Нет, вот все она! Это все она! Тачка, все она! Следующий мы, наверное, проведем там в другом направлении, будем пытаться. Если нам погода даст, мы все-таки сделаем там шикану, но пока погода нам не дает сделать шикану.